Иланский. Несколько поколений моей семьи жили в этих местах. С ними связаны самые теплые воспоминания. Каждый раз, когда на Енисей выходят сюжеты об этом районе, мне хочется сюда вернуться. Уже давно все наши родственники разъехались по стране. Видимся мы нечасто. Но когда получается встречаться, мы разглядываем фотографии детства знакомых мест и вспоминаем былое. Мой отец и дядя были железнодорожниками, а я все время придумывал себе интересные занятия. Каждое утро мы бегали с друзьями на рыбалку, а потом моя тетя готовила мне яичницу с пискарями. Каждая улочка здесь, каждый переулок, каждая тропа вызывает у меня до сих пор какой-то трепет. Появляясь в эфире Енисея, я представляю себя, как в далеком Иланском кто-то видит меня и, возможно, помнит еще тем маленьким мальчиком. Иланский – это моя малая родина. Это сложно объяснить, но я всегда чувствую невидимую связь с этим местом.